Похлопать, мам. Скажут, бля, ну молодцы, пацаны. Скоро убьете. Не знаю, в такие моменты нужно режим паузы какой-то придумать в игре. Вот это, чтобы, сынок, иди сходи в магазин. Мама, ты нельзя поставить на паузу. Также, мама, можно, теперь можно. Ну, имею в виду, чтобы, типа, вот в таких случаях игра просто на паузе была. Блин. Потом вы заходите, типа, у босса столько же хп, сколько и было при вылете. Все. Да и все, ебать. Как они это сделали? Ебать. Я не знаю, как-нибудь. Нет, никак не получится. А ты как это, с тем, что весь ты остановился, и с тобой остановились все остальные люди. И оффлот исключительно X4. Жалко, что это не сессионка, да? Ну это Void, блядь, накаркал, блядь, вот это из-за него. Ну там еще, наверное, этот антифриз, по-моему, 4000 на улице. А что, писаните кто-нибудь на форум? Может быть, нам убьют этого босса? Там был, я уже написал. Да? Да. Вот, да, скриншот скинул. Надеюсь, они посмотрят, что там VIP. Это VIP-ка четвертая. Они такие, ебать, VIP четвертый, надо засчитать. Вот, надеюсь, не они стоит, с такими грубить мыслями. Ему не стоит. Да, да. Угу, старать они на твой VIP хотели. На четвертый, ага. Поэтому людей, нахуй, девятый и свит. И на них так же срут. На них срут. У них отдельный форум. Сирус, они на всех срут сверху. Ну он же так и называется, Сирус. Название говорит само за себя. Сортирус, ебаный. Ну вообще, если правильно прочитать, будет Сайрус. Похуй, Сирус. А Алгалон это значит на голову срут. Хорош.
Да. Алгалон. Алгалон. Не будем говорить, блядь, как наша гильдия называется. Переименовываем слезы Сируса. Слезы обосраны из головы. Что, прости? Простите. Вы что-то сказали? Не прощу. Включили это дерьмо? Да. Зачем? Ну и босс фуловый. И у нас осталось 10 минут. Ну и таймер нет. Не а, кстати, было 6 вроде. Откатили потом. Вообще написано, у меня ладно. Написано 0 минут. Было 7 минут. 3 минуты дали. Блять, мало как-то нахуй. Но это война. Мы не убьем. Меня тоже били. Не, этого-то убьем за 10 минут, наверное. Сейчас, может, на форуме прочтут, скажут. Но блядь, она, ну, на следующего нам тупо не хватит времени. Доходит. Если мы этого убьем, покажите нам имя добавить. Персонажа, игровой мир. Синтек, Алгалон, X4. Все, нам кажется, сейчас засчитают. Че, просто сундук появится. Нет, мне шмотки скинут и скажут, ебать, рольте. Либо он сейчас зайдет к нам в рейд, скажет, ну, рольте, короче. Сель написал такое в гильдии. Что такое? Ага, а какой шмот он выдаст? Вопрос. А случайный. Ну. Так, что кто у нас? Латы. На ханта выдаст шмот. О, магнистрел. Я тоже думаю, что нет, он вот. Смотрит, бля, ханта напиши, нет. Ну, давай, напиши короче, в скобках там, это Роги ножик нужен. Это что получается? Это кольца, да? А, это посох. Нет, это посох, троллейбой. Вот, пусть посох темного исправления выдаст, мне нужно срочно. Не, бро. Я с роллем. Я за анроллом ушел вообще-то сюда, так что... Уже нет. Уже нет. Уже похуй вообще. Ну, пора вылети. Да ладно, господи. Если ты сиди, не пукай там, блядь. Ну и что делаем, бьем или ждем пока? Как скажешь, папа. 8 минут, а мы ему ебал не сможем. Мы успеем за 8 минут его убить, просто вопрос в том, что нам откатят босса или нет, эти разрабы. Так что, будем пиздить или будем босса пиздить? Босс там в районе 6 минут берется. Ну давайте давай. Пытаться. Погнали? Что? Давай, погнали. А то ждать, пока не ответит, я сейчас скажу, что охуели, блин. Да. И все. И реально, дуду шмот на ханта. Все готовы уже, да? Да, все, пули. Начинайте сражение, когда будете готовы, мы поможем с убийством. Все. А, все. О, вот. Видишь, красава. Изи килл, блядь. Артем Кокон, нихуя он там ебанул. Нихуя, это у кого такие тычки лютые, блядь? Артем Кокон. А он что, в платье к нам залетел или что-то я не видел? Да, он. Ну, он типа это 11-й, его не видно. Ему покажешь, не поверят. Да. Артем Кокон, блядь, был с вами весь рейд. Не в натуре. И сейчас что-то скажут. Ну все, пацаны, посох анролл. А, подожди, Артем Кокон, это Бастилер, что ли? Господи, да. Это подумай. Кастомные ники в DTLC. Забег. А, ебать. Ну, сука, хуй его знает. Они просто кому-то честно, дуру, ты админ, что ли? Шутка удалась опять, Артем Кокон админ. Да не, блядь. Как я спалился. Значит, просто урон снизили. Ой, блядь, это хп. Нет, они просто кого-то из вас бафнули, чтобы он нанес там, блядь. О, алаты, грудак. Какой мусор, а? Да я нет. Только прохитил. Нет. Пошли нахуй. Ну чё, хорошая пуха на рогу, чё ты бери, да рады. Оп, идёт. Ну-ка, водикон не надо-то? Водикон. Надо, наверное. Так у него погибли дураков, оф. Раз. Нихера не времени дань. Но. Нет, это за убийство столько и дают. Да, меньше там дают. По стенке бегите. Только не садывается лишнее.
Ну все, 21 минута, сейчас там трэш зачистим, проблем вступаем. Обожаю, Сирус, лучше сервера просто. Спасибо, что идете на встречу. Так, ботинки, ну, латы нужны кому-то? Че, мы трэш чистим или скрипт да не нет, пытаемся? Только чистим сейчас. Сектору, пикдэм, крюк, да, ну, вряд ли кому-то надо. Мне отсюда ничего не надо, навар, я уже все выдал давно. Ладно, тогда я себе еще раз пыл. А, мне единственное, что навар здесь надо, это плащ 271 с ангирной там на ловкость. Ну и так он, ну потестить. Потестить. Хильте, пожалуйста, чтобы я не умер. Череп играть. Ну так, забери одну рысь, я еще пачку приведу. Сальву, могу сальву. Давай там сзади еще пачки этих. Вон они, вон они. О. Сейчас я заберу. Я забрал. Так, заберите, пожалуйста. Еще одну заберу. Вы заебали, вы их рутаете нахуй. Как вы хотите, чтобы их забирали? Вот ты даешь таунт, проходит, блядь, 2 секунды нахуй. И он стоит в рутах, он просто разворачивается и идет вас бить нахуй, вместо того, чтобы бежать на меня. Вот и ваша проблема, блядь. Новые руты, хуюты, но они не бегут ко мне. А таунт проходит, как меня не ударит. Через реку? Да, через реку. Вот так, пойдем за мной вот сюда. Вот этого пидора, блядь, здесь еще сейчас рыси будут. Они же не клюют, Алиси, да? Да, нет, там, по-моему, не клюют. Войд даже в чате эти рассказывает. Байки свои. Где? А это делать не понимаю. Ехал грека через реку, видит грека в реке. Вместо того, чтобы трэш бить, нахуй, сидит там в чате пишет. Рэк за руку грека. Все, включите по воде ходить, надеюсь, пробежу. Блять. У меня плел. Бля, какие сложности, однако. Ну да. Блять, по-моему, мы как-то далеко. Не-не, нормально мы идем, нормально. Бля-бля-бля-бля-бля. Блять, че с лицом? Пошел, я нажал. Эску запихал. Бля, сейчас бы еще тагри кого-нибудь. Вся надежда на кольца получается. Да, сейчас кольцо на танка выпадет. Спектакль. Может, за этим, за маунтом сходим? Нет, ну там уже я точно не успеем. Там без лока не уходил. Кстати, на ДК есть маунт из ломана. Хорош. Что ж, красава. Да, я своего маунта... Ебал. Сколько этот маунт стоит, интересно? Я не знаю. Я не продавал его. Мы что-то как-то раз ходили, сегодня пачка прошла у нас. Ну, на изи вообще что-то как-то прошло. Я сролил просто. А, и то я его не сролил, я, короче, это... У меня один анролл был. Я анролил два носка, анролил, короче, плащ, по-моему.
Или сапоги, что-то такое. А он маунта строил. Мы с ним поменяли сорный, дал маунт, я не плачу. Побежал. Бессмертный сунтай пошел, пошел. Все, да, ладно. Все на своем ходу, блядь. Ебать, это откуда? Это откуда, нахуй, все оттуда. Я в стане, блядь. Предположительно слева. Я в муте. Предположительно, да. Предположительно с той стороны. Да, блядь. Че, к ЦЛК пойдем после этого? Ну да, мы даже успеем, наверное, до РП. 11 успеем, а че, потом добьем. Мы можем даже, кстати, если что, мы спрятаем флаг. Нахуя вот эта голова нужна? Палочка, Амани. Палочка, ну там, короче, вот этот прут видел, вот, используешь на лягушке, лягушка дает тебе баф. Там урон, ХПС, ДПС, там вот это все хуйня. Сейчас пойду проверять после этого. Ну там не на всех. Это... Там типа сундук, ну типа он появляется, должен тебе сундучок дать. Бекрат, гаргу не вызывай. Давайте-ка. Ага. Не, можно вызывать, но никогда босса добиваем, а то умрем нахуй все. Бежать придется. Когда там процентов мало останется, не знаю. Вы можете говорить, я знаю это все. Все, готово, да? Хрюк, хорош! Хорош, блядь. Ну. Хрюк, хрюк. Все готовы, я понял? У него есть голос. Да. Рыбу едим. Красава, не что мы. Я не ем рыбу, она вообще плохо. Да все, ой, давай. На пол кликнуть. Что он делает, что раньше? Что дает ап? Ну, всего так и увеличил. Кто танчит? Все, синтай в твоей рыси, я буду босс танчить. Есть канти сирия по мне? Две. Две истерии, да. Какая-нибудь. Какая-нибудь, блядь. Будто там 4 ДК, блядь. Сейчас тебе я злобный дрейф. Злобный дрейф сдаст тебе. Рысь, играем. Аж порвало, блядь. Синтек, забирай рысь. Синтек, забирай рысь с меня. А нахуя ты ее стаунтил? Я ее тоже стаунтил. Тотем убейте. Я ее на верочку, чтобы не проебаться. Так, тотем. У меня таун заканчивается, он сразу перекачивает. Там на Фоксе надо быть. Не, я знаю, я Фоксе где. Ты на Фоксе был? Ты на Фоксе, нам чуть ебало не оторвали. Гера. Гера. На рысь там. Сейчас можно это, массакро дать, например. Шектор слили, да, массакро, шок. Или что там? О. Сапка. Гера. Блять, вот если он опять сейчас перетаунчится. Не, я не таунчился больше. А, я заберу, ладно, рысь. Представим меня. Обращайся, если что. Я убью то там не скажу под бар.
Рысь, забирай. Я забрал. Что там? Что там сейчас убью. Блять, синтет нахуй. Вот. Потею, убейте тотем. Забери с меня рысь. Я по КД жму рык. Ты вначале никогда не забирай таунтом. Ты, блядь, не забирай этими атакующими способностями. Чтобы у тебя таунт был на срыв агро, а не на то, чтобы просто мы себя мобы забрать. Искал. Да, а, блять, сила скалить. Панерат. Сила заебись, дерьмо. Не ошибешься. Одна единица силы дает две силы атаки. Это не ваша ловкость, блять, конченая, она, которая одну дает. А, ну, ворон, все, медведи, короче. А? Всем спасибо. Да, все. Всем спасибо.